В первую очередь, потерпевшим убыток является тот, кому пришла истина, он не уверовал и не последовал за ней. Вот этот человек, потерпевший убыток на самом деле. Аллах Субхана Тааля говорит: «Фаман зухсиха анин нари ва удхила аль-джанната факад фаз». Тот, кто спасется от огня и войдет в рай, вот он преуспел. Кто спасется от огня и кто войдет в рай? Только тот, кто уверовал. И только тот, кто был единобожником.